Уроки правдивой истории от Центра гражданско-патриотического воспитания «Спектр». Ни для кого не секрет, что в последние годы историю России пытаются изменить. Переписываются учебники, в интернете идет антироссийская пропаганда. Поэтому так важно до современных молодых людей донести правдивую историю страны. Историческая память. Под таким названием в Орехово-Зуевском районе стартовал молодежный форум «Во славу Отечества». Одними из первых с уроком правдивой истории познакомились в Ликино-Дулевском индустриальном техникуме. На встрече также присутствовали студенты 58-го профессионального училища. Мы работали с достаточно большой аудиторией, разнообразной молодежи. И могу сказать, что и мнения также разнятся. То есть некоторые ребята имеют представление только, как вот вы сказали, по интернету. Опять же, то, что немного коверкает Запад нашу историю. Ну и, конечно же, приятно было наблюдать, что и многие ребята, они очень заинтересованы, потому что они сами самостоятельно изучают историю. И они как бы знают именно всю правду, которую мы им стараемся рассказать тем, кто ее еще не знал до этого и не интересовался этими вопросами. Студентам, а это были преимущественно молодые люди, будущие защитники страны, рассказали о подвигах красноармейцев в годы войны, показали военные хроники и читали воспоминания героев. Такие патриотические круглые столы будут проходить повсеместно в школах и СУЗах района.